С отличным летним настроением мы продолжаем колесить по дорогам нашей прекрасной столицы Беларуси. Экипаж автопанорамы колесит по дорогам Беларуси в поисках самой интересной и полезной автомобильной информации. За рулем пилот программы Вадим Овсянкин, ну а путь ему указываю я, штурман Сергей Мурашко. И вот наш сегодняшний маршрут. Сегодня в автопанораме. На тест-драйве узнаем возможности современного труженика полей, трактора «Беларус». Далее послушаем женское мнение о «Рено Каптюр». И напоследок испытаем идеальный городской вид транспорта – скутер. А сейчас на тесте автопанорамы самый настоящий белорусский трактор в эксклюзивной комплектации. На земле Бульбашей, где прорастает не только картофель, нужна несгибаемая воля рачительного хозяина и верный железный помощник. Машины Минского тракторного завода можно встретить на полях по всему миру, а это и есть главное признание качества и надежности отечественной техники. Мы, белорусы, гордимся своей историей, традициями, людьми, а также автотехникой. Сегодня у нас на тесте трактор «Беларусь 3525». Поговорим мы с инженером-конструктором, водителем-испытателем, также попробую себя в роли пилота этой машины. Трактор «Беларусь 3525» – современный мощный труженик села, который модернизирован сменной системой гусеничного хода. Этот трактор относится к пятому тяговому классу сельхозтехники. Неоспоримое преимущество гусениц перед колесами – это возможность выходить в поле ранней весной и поздней осенью, когда земля на полях очень вязкая и колесам не проехать. А потери в данные периоды могут быть весьма значительными. Вовремя не засеешь поля – не получишь богатый урожай, не сможешь выехать на уборку кормов – недополучишь значительную часть урожая. Все познается в сравнении. Давление, создаваемое гусеницами на грунт, в 5 раз меньше, чем на колесах, а это означает, что не страдает верхний плодородный слой пахотных земель, не повреждается корневая система будущего урожая. За эффектным передвижением трактора приятно наблюдать в любых условиях. Сейчас мы его видим на испытательном полигоне, а через некоторое время уже в поле. Вспоминается раннее детство, когда механизаторы работали на предках современных тракторов, как им было тяжело. Сегодняшний комфорт даже не снился нашим дедам. Есть кондиционер уже в базовой комплектации, есть выходы под аудиосистему, под динамики можно установить. Хорошая обзорность, обзорность трактора всегда была на высоте, для этого он существует. Воздухообдув по всему салону, есть дополнительное сиденье для пассажира. Ну и огромное количество рычагов, переключений передач, тут их вперед только. Больше 30, назад, около 20, это все, конечно, практически высшая математика. Для того и существуют отдельные категории на вождение трактора. Я, как человек, который испытал огромное количество легковых автомобилей, пересев в трактор, ощущаю себя достаточно комфортно. Большое количество места вокруг водителя. Для моего роста это вообще большой плюс. Удобные большие педали сцепления тормоза. Удобно расположены все рычаги и система переключения в тракторе. Ну, конечно же, впечатляет его огромные размеры. Как сама мощность 350 лошадиных сил. Крутящий момент больше 1500. 6,5 метров в длину. Гусеничный ход. Это вообще космос какой-то. Для того, чтобы ощутить всю экзотику управления тракторной техникой, нужно это попробовать. Мне сейчас дали возможность самому проехаться. Водитель-испытатель объяснит мне всю механику движения. Так, Михаил, давайте. Включаем массу. Так. Повернули ключ. Так. Выжимаем сцепление. Вот делаем запуск. Так, сцепление. Запуск. Запуск. На ручнике стоим. Пускаем ручник. Затем движение. Стоит джойстик. Управление, передний ход. Это на сцеплении уже без сцепления. Все со сцеплением. Включили вперед. Так. Затем есть у нас передачи. Так. Здесь на мониторе горит буква М, L и H. Так. Вот мы даем, выбираем, будет гореть М, значит, или L будет гореть. Переключили на букву М. Это будет большая скорость. И на H, на третий диапазон. Так. Затем стоит джойстик управления передачами. Вперед. И поехали. Остальные передачи переключаются на ходу, без сцепления.
Первый раз еду на тракторе в поле. Сейчас переключим чуть повыше. Раз. В принципе, если включил все системы, дальше едешь как на автомате, на легковом автомобиле. Залезть в Белоруса и поехать не составляет большой проблемы, но не для простой езды он предназначен. К трактору цепляется большое количество навесного, прицепного и тягового оборудования для возделывания сельхозугодий. И стоит немного обернуться вправо или назад, как понимаешь, что все остальные рычаги, тумблеры и кнопки имеют специальное назначение, а эта математика по плечу только профессиональному трактористу. О прошлом, настоящем и будущем говорим с конструктором Белоруса. В Витебской области постоянно шли дожди, в поле не войти, да и не только в Витебской, и в Минской тоже. На памяти поля с кукурузой, в которые не могли войти ни комбайны, ни трактора, и убрать, и простояли всю зиму неубранные поля. Вот. И в случае применения вот такой системы есть возможность эти недостатки устранить. В частности, значит, не только на тракторах колесных могут быть использованы эти тележки, также и на комбайнах. Гусеничные системы, они используются как сменные. 2-4 часа колеса снимаются, устанавливаются тележки. При необходимости, значит, ввиду погодных условий, проводится работа, а дальше опять такое же время потребуется на смену гусеничной системы, на колесную, и широкая эксплуатация идет тракторов с такой ходовой частью. В движении трактор даже сравнить не с чем. Это не легковушка, не кроссовер и не автобус. Это просто трактор, имеющий жесткое сцепление с дорогой, точно выполняющий все команды водителя на небольших скоростях. Полигон – особое место для испытаний. Здесь проходит практику каждый трактор, покинувший зону конвейера. Все механизмы, узлы и кнопки проходят проверку на физический и моральный износ. Мы гордимся своими инженерами и конструкторами за результаты в промышленной сфере. Трактор «Белорус» продолжает покорять весь мир. Сегодня нам удалось убедиться в огромных возможностях отечественной техники. В руки наших очаровательных экспертов попал Renault Captur. В следующем сюжете мы узнаем женское мнение об этом автомобиле. Этот кроссовер сразу обращает на себя внимание. Главный козырь автомобиля – его внешность. Гамма цветов у этой модели яркая, и выбор есть. Нам на тест достался, пожалуй, самый классический вариант – белый кроссовер с черной крышей. У этого красавчика, к тому же, и зеркала в цвет крыши, и диски эффектные. При изучении водительского места нашелся минус – руль регулируется только по высоте. А еще не сразу обнаружились кнопки включения круиз-контроля и ограничителя скорости. Они размещены в районе ручника. Управление же скоростью для этих опций осуществляется с мультируля. А вот громкость придется изменять со специального подролевого лепестка джойстика. Кресло вполне стандартное, со всеми необходимыми регулировками. Конечно же, есть функция подогрева. В нашем тестовом автомобиле сиденья обиты кожей. Мультисистема с тачпадом расположена под углом 90 градусов, поэтому читается все на экране хорошо. Глянец смотрится нарядно, но, конечно, решение не самое практичное, как хромированная полоса в обрамлении экрана мультимедиа. Второй ряд у Captur достаточно компактный, и дверь не широка. Подлокотника для пассажиров нет. Вопрос, достаточно ли там будет места длинноногим пассажирам. Багажник у кроссовера средних размеров, но удобной конфигурации. По бокам под пластиковыми щитками спрятались полезные для водителя инструменты, а под полом – запаска. В дополнение хочется отметить наличие у Captur сразу четырех подушек безопасности во всех, кроме самой базовой комплектации, а также опциональный дистанционный запуск двигателя и систему бесконтактного доступа в автомобиль. Тестовый Captur с четырехступенчатой автоматической коробкой и двухлитровым бензиновым мотором очень старается быть динамичным.
но на педаль в пол реагирует громким звучанием двигателя. Если с ним обращаться чуть деликатнее, передачи переключаются эффективнее, и идет автомобиль уже понятнее и тише. Что касается Каптюра за рулем, по ощущениям, мы вот проехали по очень плохой дороге с большими колдобинами. Конечно, тут стоит похвалить высокий клиренс, а тут больше 20 сантиметров чистого. По бокам это даже больше. Действительно, машина на полном приводе себя хорошо показывает. И если вам нужно будет ехать по какому-то не очень хорошему покрытию дорожному, то Каптюр справится. Это плюс для новичка. Минусом я бы назвала обзорность, потому что мне, например, не хватает обзорности зеркала заднего вида. Ну и боковые, они достаточно высокие, высоту большие, но в ширину хотелось бы более широких, что ли, зеркал. Можно привыкнуть, в целом нормально. Так что я думаю, что эта машина, она в целом будет с плюсами и минусами вполне себе в хорошем, такой в хорошей позиции для начинающего водителя. И еще высокая посадка. Конечно, все дело привычки, но все-таки чем выше вы сидите, тем, наверное, безопаснее и спокойнее себя чувствуете за рулем. Действительно, если для вас очень важен внешний вид, вы любите эффектные автомобили, предпочитаете высокую посадку, цените высокий клиренс и вам важны опции помощи и безопасности, то Renault Captur будет удачным выбором в качестве автомобиля для новичка. Главное – определиться с цветом и вперед на покорение дорог. Друзья, у нас на тесте отнюдь не автомобиль, а белорусский скутер. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Володко, и сегодня я вам покажу, с моей точки зрения, самый лучший вид городского транспорта летом. Это скутер. Встречайте! Весна, 125 кубиков. Сегодняшнего героя можно назвать по-разному – модная игрушка или ностальгия по итальянской классике. Но назвать его скучным или неподготовленным городским условиям нельзя. Хотим обрадовать тех автомобилистов, кто не имеет мотоциклетной категории в своих правах. Весна доступна в двух комплектациях – с двигателем объемом 125 и 49 кубических сантиметров. Последний подойдет тем, кому вместе с автомобильной категорией «Б» выдали категорию «АМ». Обе комплектации отличаются только силовыми агрегатами. В остальном они абсолютно одинаковы. Передняя подвеска выполнена в виде телескопической вилки и позволяет уверенно удерживать скутер во время наезда на небольшие выбоины на дороге и бордюры до 5-6 сантиметров. Задняя же подвеска с двумя амортизаторами-пружинами скрадывает практически все неровности дороги, создавая комфорт в поездке. Инженеры использовали проверенные решения и, как это делают во всем мире, разместили на переднем колесе дисковый тормоз, а на заднем – барабанный. Нам кажется, что на тестовом образце задние тормоза могли бы быть посильнее, ведь скутеры предназначены и для совсем неопытных водителей, часть которых не умеет правильно пользоваться тормозом переднего колеса. Скутер сделан действительно для молодых и духом, и телом. Спидометр расчерчен до 140 км в час, хотя по документам скутер может ездить до 80. Абсолютно стандартные органы управления, тормоза, газ. Есть одна очень интересная особенность, которую я, пожалуй, вижу в скутерах в первый раз. Если мы возьмем ключ и откроем вот эту панель, тут есть самая настоящая USB-зарядка для вашего гаджета. Ну и чтобы на дорогах вас было заметно, спереди есть большой галогеновый фонарь. Это, кстати, настоящий хром. Ну а сзади мы видим настоящие светодиоды. Это габариты и поворотники. Ну и самое главное в скутере, конечно же, это багажник. Его вы можете положить в свой рюкзак, продукты из магазина. Ну или, например, как я сейчас, шлем. Шлем внутрь, багажник закрыт, и я ушел. Во всем остальном комплектация скутера стандартная и не даст вам запутаться. Хотелось бы отметить, что белорусского в этом скутере, несмотря на название, практически ничего нет. Приятным исключением является надпись «Минск», выполненная классическим шрифтом, который использовался на Минском мотовелозаводе в середине 50-х годов прошлого века. Такой симпатичный транспорт не должен стоять на парковке. Его стихия – городские улицы.
И напоминаем, тестовый скутер имеет объем в 125 кубических сантиметров. Разгон плавный. До максимальной скорости в городе 60 км в час вам потребуется не больше 7 секунд. Но будем откровенны. Нарушить максимально разрешенную скорость, во-первых, хочется, а во-вторых, имеется возможность. Скутер разгоняется до 80 км в час. Однако тест-пилоты автопанорамы свято чтят ПДД, чего и вам желают. Во время движения все органы управления под рукой. Они приятны на ощупь и не будут скользить даже после длительной поездки. Радиус разворота у скутера небольшой и вполне вписывается в городские условия. А вот зеркала расстроили. К сожалению, их сделали не слишком большими и скорее в угоду внешнему виду, чем для практического использования. Каждый раз, садясь на сиденье скутера, придется их настраивать. И все равно это не избавит от кручения головой во время перестроения. Невольно хочется перестраховаться. Очень жаль, что белорусская погода не позволяет использовать такую технику круглый год, и сезон ограничен максимум 6 месяцами. Ведь такой скутер – это идеальный городской вид транспорта. Минимум проблем с парковкой. Расход небольшой – 2-3 литра топлива на 100 километров. Он красив и вполне доступен. В качестве резюме хотелось бы попросить вас, уважаемые зрители, соблюдать ПДД, не забывать надевать шлем, ведь главное – получать удовольствие от двухколесных друзей безопасно для себя и окружающих. Доброй дороги! К сожалению, на сегодня наше эфирное время подошло к концу. Берегите себя и своих детей. Обязательно рассказывайте им, что дорога – это не место для игр.